Алло. Да, Зоров, ты где? Что, соскучился, что ли, уже? Наш объект в Никольной горе слетел. Представляешь, продали его. Подожди, не понял сейчас. Что ты говоришь? Я говорю, объект в Никольной горе слетел. Продали его. Подожди, что значит слетел? Ну так, просто слетел и все, продали. Через другое агентство. Подожди, посмотри внимательно, там на цифре, на контракте. Когда он заканчивается? Да он истек 2 дня тому назад, оказывается. Прошляпил я. Ну, прости. Что за смех такой у тебя? Истерический. Что у тебя, истерика? Я сказал, что прилечу, значит, прилечу. Сомневаюсь. Почему? Ну, потому что знаю тебя хорошо. Послушай, ты же знаешь, я терпеть не могу поезда. И тебе нужно было лететь самолетом. Что за странная идея? Ты помнишь, что мы вдвоем с тобой планировали эту поездку на поезде? Ты прекрасно знал, что я буду заказывать билет именно на поезд. И вдруг? Что у нас такое опять вдруг? У тебя же там какие-то переговоры, договоры, встречи. Слушай, да какие у меня переговоры? Ну что ты опять отмазываешься? Ну что же это такое-то? Я же тебе говорила, мне необходимо увидеть своими глазами санаторий, немножко разобраться в документах с оценочной комиссией. Все. А потом я планировала время проводить с тобой, понимаешь, только ты и я. Послушай, ты же знаешь, что в эти дни мне нужно быть кровь из носу в Москве. Все, хватит. Алло. Да. Хорошо, выхожу. Я очень понятливая. И у меня сегодня тоже много дел. Угу. Где договор? Вот. Доброе утро. Доброе утро. Ваши билеты на столе. Спасибо. Привет. Доброе утро. Уже у себя? У себя. Оля пришла? Пришла. Хорошо. О, привет. Привет, пан директор. Слушай, ну что, деньги они перечисляют сразу, мам? После завершения сделки всю сумму прямо по безналу. Так что давай, дорогая моя, езжай и договаривайся окончательно. А потом целую неделю можете отдыхать, слушать пение птичек, дышать горным воздухом. А я здесь буду мучиться и предвкушать радость в получении хорошеньких-прихорошеньких процентиков. Ну что, в санатории тебя ждут. Что, ты собираешься плакать? Олька, он не едет. Нет, все-таки какая же он сволочь? Он сволочь, а я дура. Прекрасная пара, да? Ну, этого не может быть. Этого не может быть, понимаешь, Андрюха? У нас эксклюзивное право на продажу. У нас эксклюзивное право на продажу, но оно кончилось, к сожалению, ровно неделю назад. И Эд Макарова тут же этим воспользовалась и тут же все продала. Какая Макарова? Ну, вот которая построила... Не построила, открыла офис недвижимости в нашем районе. Ты понимаешь, что ты несешь, Андрюха? Понимаю. За неделю. Она продает объект, на который мы потратили 4 месяца. Она продала его за неделю, да? Это невозможно, ты понимаешь или нет? Невозможно, фактически. Это невозможно. Но значит, они работали с ней тоже. Не имеют они права, понимаешь, работать с 2 конторами одновременно. Не имеют, правильно. Ну, хочешь, мы наймем хорошего киллера, убьем эту Макарову. У тебя что, деньги на киллера есть, а? Ты их заработал?
Чудо. Че ты мне все время дакаешь, Андрюх? Че ты все время дакаешь? Ты хоть что-нибудь сделал? Ты узнал, кто она такая, откуда она взялась, эта Макарова? Я все сделал! Да ни хрена ты не делаешь, Андрюха! Сидите вон только, кофе пьете. Почему так душно? У нас кондиционер не работает. Ладно, пойду налью тебе кофе. Ой, я ж забыл. У нас кофе кончился. Молодцы. Ну что, я тогда сбегаю в магазин, куплю сбегай, кофе. Андрюш, сбегай. Еще что-нибудь. Сбегай. Купи кофе. Купи кондиционер. Машину новую мне купи. Представительского класса. Купи, Андрюха, купи. А я все, я уезжаю. Куда? На неделю. Куда оно? Куда кину гору? А точнее, на Мальдивы, на Канары. Куда там это поехало? Как ее? Макарова. Макарова, вот. А ты, Андрюха, остаешься здесь. И я тебе даю неделю. Если ты за эту неделю потеряешь хоть один объект, я вернусь и разгоню вашу эту всю Шарашкину контору к чертям собачьим. Правильно, езжай, отдохни. Только на ту виллу, что я тебе советовал. Там хорошее место. Горы, воздух. Счастливый человек. Это ужгородский поезд. Отлично. Да. Я в нем еду. Пока нет. Да у меня билет в кармане, просто руки заняты. Не вижу. Я еду в 8-м вагоне. Если я вру, ну высадишь меня на следующей остановке. Да лучше иди сейчас, не пущу. Я тебя прошу. Мне в отпуск неделю. Если я сейчас не выберусь, я не уеду уже. Ну ладно, давай. Прыгай, родственничек. Фу. Все в порядке. Отлично. 8-й вагон. Так, готовим паспорта, билеты. Извините. Извините. Мамаша, постель брать будем? Господа, простите. Восьмой? Здравствуйте. Здравствуйте. Десятое место мое? Отлично. Извините, это какое-то недоразумение. Десятое место мое. Десятое ваше, значит, очевидно, вот это мое. Да нет. И девятое, и десятое – это мои места. Я купила два места, чтобы ехать в купе без попутчиков. Одной. Извините. Это же 8-й вагон. Я правильно говорю? Да, 8-й. Сейчас посмотрим. Вы знаете, нет. 10-е место мое. Ну, я думаю, наверное, надо идти к проводнику. Кому идти? Ну, не же вам. Ну, подождите минуточку. Претензии-то у вас. Вот вы идите к проводнику. Идите, обаяйте его своей красотой, он что-нибудь придумает. Так, молодой человек, я купила билеты месяц тому назад. Заранее пришла, расположилась. Очень устала. Хочу отдыхать. Вы пришли позже, идите к проводнику, решайте вопрос. Я пойду, да? Да, кстати, вы бесцеремонно сидите на моей сумке, извините. Да ничего страшного. Да, действительно. Здесь случится. Знаете, я тоже очень устал. Тоже хочу спать. Это место мое. Вы идите к проводнику сами, а я буду отдыхать. Что происходит? Что вы себе позволяете? Вставайте с моего места и идите проводнице. Билетики, пожалуйста. Здравствуйте, да. Вот, пожалуйста, два билета. Девятое и десятое место. Я купила специально два билета, чтобы в этом купе ехать одной, без попутчиков. Будьте любезны, найдите, пожалуйста, этому товарищу свободное место. Как вы попали в поезд? Я вас не помню. Зашел под видом провожающего и задержался. Да не слушайте вы ее. Я опоздал на поезд, сел в последний вагон, вот, пожалуйста, мой билет, вот мой паспорт, пожалуйста.
Дело в том, что в вагоне нет свободных мест. Нет. Значит, будем ехать вместе. Я хочу ехать одна. А на чью фамилию куплен этот билет? Какое это имеет значение? Так что, не на вашу фамилию, не? Не на мою, и что? Ну как что? Могут быть проблемы на таможне, как что? Господи, ну какие еще проблемы на таможне, ну? Ну какие проблемы на таможне? На таможне будет паспортный контроль, проверит эти ваши паспорта. Пойдемте, пойдемте что-нибудь придумаем. Пойдемте. А что я придумаю, молодой человек? Что я придумаю, что я пойдемте, придумаю? Пойдемте, пойдемте. В вагоне нет свободных мест, и все. Что я могу придумать? Да не расстраивайтесь вы так. Все, счастливо оставаться. Нашли место? Нет, там в соседнем вагоне мест нет. Она пошла дальше. Может быть, там что будет. Вы знаете что? Вы заходите в купе, занимайте свое место. Располагайтесь. Вы уверены? Ночью не передумайте. Да нет, не передумаю, если не будете приставать с глупыми разговорами. Заходите. Позвольте. Вы читаете мою книгу? Интересно? Интересно. Но книга не ваша, моя. Да нет, это моя книга, она вот здесь лежала. Извините. Да вы что? Надо же совпадение. Надо же как. Вот книжки одинаковые, до сих пор не познакомились. Меня Дмитрий зовут. Можно Дима, можно Митрофан. Очень приятно. А вас как? А меня зовут Дина. Очень красивое имя. Диана. Охотница, значит. А вы едете отдыхать или в командировку? Ну, можно и так сказать. А мне коллега дал адрес. Говорит, дом. Стоит на берегу реки, рядом лес, горы. Да, дома есть красивые, даже роскошные есть. Роскошная вилла, природа, воздух. Что еще нужно? Жизнь, как говорится, налаживается. А что, были трудности? А у кого их не бывает? Извините. Это правда, у кого их не бывает. А тот, кто должен был с вами ехать, он не смог? Дим, давайте о природе, о погоде, хорошо? Я вам мешаю. Вы хотите перекусить? Не буду вас стеснять. Будьте любезны, можно в пятый тоже чай? Один? Нет, два. Два? Хорошо. Спасибо.
Пообедали? Нет. Одному не хочется. Я нам два чая заказала. Да вы что? Спасибо. А я вам сделаю бутерброд. А я вас угощу пирогами. Отлично. Дина. Я забыл спросить у вас, вы часом ночью не храпите? Не смешите меня. Ну почему? Я, например, храплю, еще как храплю. Присвистываю даже иногда. А если полная луна, так я еще и подвываю. Какой ужас. А могу еще и ходить с закрытыми глазами. Уж все в эти понятно. Моменты я совсем не управляю. Ой, бог мой. Пока это все не началось, я думаю, что мне лучше скорее уснуть. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Хорошо, я хотела с вами попрощаться. Что значит попрощаться? Я уже выхожу. Подождите, как вы ходите? Это что? Это какая станция? Воловец. Воловец? А что же вы мне не сказали-то, Ди? А вы что, тоже выходите? Я здесь? Тоже выхожу здесь. Ну, я же не знала. Так вы же меня не спрашивали, Диана. Подождите, это что значит? Мы вместе выходим. На одной станции. Дима, собирайтесь, а то поезд уедет. Подождите, Дина, я хотя бы вещи помогу я вам вынести. Выхожу. Дина, постойте, вы забыли. Что забыла? Забыли взять визитку у меня. Пожалуйста, позвоните мне в Москве. Я вас ищу. Хорошо. Хорошо. До свидания. Если можно, спасибо. Ага. Вот и приехали. Замечательно. Спасибо вам. О, здравствуйте, Дина. Здравствуйте. Я очень рад вас видеть. Позвольте, ваш чемодан. Спасибо. Скажите, почему не самолетом? Захотелось попутешествовать? Ну, как-то да. Замечательно. Я тоже попутчик. Все хорошо, и попутчик был замечательный. Что же вы меня разбудили-то, а? Да. А вы что, тоже выходите? Да. А учредительные танцы когда? Завтра, с утра. Да, завтра. Давайте завтра с утра. Хорошо. Простите. Бывали ли вы здесь? Нет. Впервые.
9:30. Звонка нет, но это можно вообще выдержать, да? 9 часов и думаю. Вот если сейчас, зараза. Слухай, автобус. Ай, давай. Спасибо. Молодой человек, здрасте. Здравствуйте, девчонки. А Садовая 77, где находится? А то Вильда Юрки проехал. А вы заходите к нам в магазин. У нас и пиво холодное, и кава отлично. Да я ж за это вы потом не выгоните. А кто ж вас выгоняет, а? Так зайдете? Спасибо, в другой раз как-нибудь. А где Садовая-то? Так, ты иди на гору, потом повертай направо. Там побачиш дерево. Ну, чи липа, чи слива, не помню. От. А потім наліво. І коло річки побачиш Юркину хату. Тільки не приплутай. Спочатку право, а потім наліво. Спасибо. А мене Надя звуть. А вас як? А мене Діма. Очень приятно. А вас? Скажи, що. А це просто Марія. А ви к нам віддихать? Да. Ой, у нас тут так красиво. Вам дуже понравиться. Отличные перья! А он ничего. Ну ты даешь. Слышно, ты как всегда. Пошли пиво грузить. Ну, пошли. А что, заметно? Да. Добрый день. Доброго дня. А Садовая 77 где такая? Здесь. Где? Да вот, дом. Вот это, что ли? А мне сказали, что здесь дом. Что комнату снять можно. Ну, можно снять. Чего? Дома не нравится? Да как-то мне неловко стеснять тебя даже. Заходи, посмотришь, какие хоромы. Да не, мне сказали, что и жить можно. Чего ж нельзя? Можно. Я живу. Идем, идем. Ладно, ночку переночую, там посмотрим. Ноги вытирай. Заходи. Располагайся. Телевизор есть? Идем. Вот телевизор, ламповый. Принимает только один канал. Он, правда, сейчас не работает. Ну ничего, я его починю. Музыка-то есть? Идем. Вот. Магнитофон бобинный. Он, правда, сейчас не работает. Ну ничего, я его починю. Меня тут не было некоторое время. Я тебя точно не стесню. Чего?
Не понимаешь по-русски? Ты что? Я по-русски говорю чисто. Я понял. Я могу эту ночь здесь переночевать, в этой комнате? Да, конечно. Заходи, располагайся. Спасибо. Ладно. Если что, я во дворе. В общем, ты это, чувствую себя как дома. Да. О, привет, молодец, что позвонила. Ага, как доехала? Добралась, все нормально. Угу. Тебя встретили. Подожди, мобильный звонит, секунду. Алло, да. Хорошо, оставьте свой телефончик, сядем, мы обязательно вам перезвоним. Какой у тебя вид с балкона? Что? Вид замечательный. Но только не кисни, мы договорились, да? Дин, не кисни. Юра! А? Юра, а где туалет? А вон там, за хатой. Юр, я там твой туалет завалил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, что ж, надо новый делать. Ну, ничего, сделаем. Туалет? Ну, конечно. Угу. А искупаться где можно? Да там, по реке. Там глубже. Пойду. Мамуль, привет. Ну, все хорошо, да, я уже в номере добралась, да. Замечательно, без попутчиков. Никого не подсадили, все хорошо. Что? Обещаю, только отдыхать, валяться и все больше ничего не делать. Да, 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 да. Что говоришь, Кирилл звонил? Ну, хорошо, я отзвонюсь ему, да. Не волнуйся, отзвонюсь. Давай, садись. Ух ты. Ух ты. Я такого еще не видел. Сухое? Сухое. Из Франции привез. Ну, рассказывай. Долго добирался? Сутки. Я в Москве никогда не был. Да ты что? В Польше был, в Австрии, в Чехии и то в деревнях. А что там делал? Дома строил. Да ты что, ты строитель? Что, не похож? Сапожник без сапог, смотрю.
Я только 2 недели назад вернулся. Хорошо, Наталка приходила, за домом следила. А Наталка это кто? Крестная. Ничего. Я за месяц здесь все починю. Ну, развлечения какие здесь? По субботам танцы. В воскресенье кино привозят. Иногда индийское. Да ладно. Как в советские времена. Еще? Молодицы есть. А что такое молодец? Женщины. Муж уезжает на заработки. Они одни. Нужна помощь. Тут я. Будет за бензином накосить. Ну, понимаешь? Ну ты ж руб, я тебе скажу. Ну это все в прошлом. У меня сейчас другие планы. Слава Ісусу Христу! Добрий вечір! О! О, гостина зібралася! Заходи! Гостина – це дуже добре. Доброго здоров'я! Милості просимо! Знакомтесь! Дмитрій! Это Діма із Москви. Дуже приємно. А це Петро. Петро. Мій нанашко. Че? Нанашко, крестний, значить. А? А хто в тебе туалет завалив? Я. А, ну правильно. А ну чарочку принеси нанашкові. Принеси швиденько. Одна нога тут, друга там. Вот картошка. А ви вирішили поселитися у мого хресного. Це правильно, у нього найкраща хата. Тут в селі найкраща. Дуже добре вам буде, відпочинете дуже гарно. А що ви п'єте? Вино? То голова болить від вина. Тоді давай моєї краще. Ні-ні-ні. Домашненької. Ти понюхай. Наталка моя робить, жінка. Просто дуже добре. Просто такого ніде не зустрінеш. Попробуй. Крепке. Дуже добре. Ні-ні-ні, легенька. Легенька, так градусів має десь 55, десь так не більше. Я потрошки, бачиш? Потрошки. А ну, по хресникові. Тільки трішки, все. Трошки. Давай вип'ємо за щастя, здоров'я, любові, удачі і всіх гараздів. Дай Боже щастя. О, ну як? Добре, добре, не кашляй, чекай. Тут треба другу. Там, знаєш, вона дуже добре, так легесенько піде. Зараз оце зараз за нею, воно дуже легко піде. Ну не хочу, людина, чого ти причепився? За свого хреснику багато говориш. Мовчи, мовчи, коли каже хресний. Дай Боже здоров'ячко. Дай Боже щастя. Дай за Боже нас. Щастя. За нас. Огірочок. Огірочок. Хорош, скотч. Ну, як наша горілочка, га? Вечером можна буде пойти на рибалку. На рибалку? Ну, якщо воно буде клювати. Бери огірочок. А що, йому зле стало? Пішли, подивимось. О, слабак. Людина на поїзді приїхала з самої Москви, а ти йому стакан самогону. Не, не гарно вийшло. Наталка моя йде. А? Заховай пляшку самогонкою. За двері, за двері. Не кажи, не кажи, що я тут. Ні. Ну що? Що? Де він? Хто? Петро. А, Петро, ні, він не заходив. Ха-ха. Так його люди бачили. І самогону на наш стоїть на столі. Він заходив, а потім далі пішов. А в хаті? Що в хаті? Кажу, в хаті. Хлопець з Москви приїхав, спить. А ну? Ну, не можна, невдобно. Чого це? Ну, незручно. Пусти. Ну, незручно, Наталку. Ти диви. Ну. Ой, бо. Це що? Хто це, алкашик? Це Діма. Приїхав з Москви. Людина сутки в поїзді, стомився. Нема. Та він же вдома. Ага.
Та він точно вдома. А як же ж, вдома. А ти його тут шукаєш. А це що? Сервіровка. На трьох же ж налито. Віно французьке. Діма пригостив. Хоч. Наливай. Ніколи ж не пробувала. Та сльогка. Компот. Мого побачиш? Каже, щоб сьогодні мені й на очі не показувався. Якщо зайдеш, то... Ой, та не бреши ти. Ну, бувай. Все, пішла. Ти біжи огородами, може встигнеш раніше за неї. Що, я злодій якийсь? Що, я щось крав? Вона хвилюється. Каже, в тебе тиск підіймається. Хвилюється, значить любить. А вже ж любить. Или он мне давал свою визитку, или я сошла с ума. Че, проснулся? Чуть не спит. Проснулся. Чего? А чувствуешь себя нормально? После самогонки? Да отлично. Ну, это хорошо. Не знаю, что-то в голову мысли всякие лезут. Уснуть не могу. Ты не думай, ты спи. Вот я когда о чем думать начинаю, тоже уснуть не могу. На работе что-то не так, да? И на работе не так, и все не так. Много не так. Почему? Идиот, потому что. Я как-то все... За что ухватиться надо двумя руками держать, я... Выпускаешь? Thank you.
Дима! Ты не спишь? Доброе утро! Да, я как видишь не сплю. Как спалось, Дим? Отлично, спалось отлично. Здесь хорошо. Машин нет, тишина, только речка журчит. Угу. Слушай, ты это, ты молоко козье любишь? Чего? Козье молоко, говорю, будешь? Да ты чего, его не пил даже ни разу. Не пробовал? Mm. Мы только что с соседкой козу Розу сдоили. Кого? Розу сдоили? Ну? Это кто? Ну, у меня коза Роза. Коза Роза, а козлик Фердинанд. Ты же их видел. Ну, потому что соседка сериалы смотрит. Поэтому так и назвала. Слушай, ты не передумал? По поводу? Ну, надо новый туалет строить. Туалет, да. Туалет, конечно. Я для этого уж так рано и встал. А сколько времени-то сейчас? Да 6 часов уже. Идем. Ох, ёп. Доброе утро. Как отдохнули, паня Дина? Доброе утро, Степан Михайлович. Все хорошо, чудно, спасибо. Или, может, я должна обращаться пан Степан Михайлович? Не обязательно. И Михайлович не обязательно. Можно просто Степан. Ну, что скажете? Долго нам ехать? До Пивгодыни. Полчаса, то есть. Там уже все готово, документы подготовлены. Все будет теперь от вас зависеть. Ну, так поспешим, поспешим. Спасибо. Теперь то. Степан Михайлович, я не совсем понимаю, почему оценочная комиссия не могла приехать сегодня. Не хочется, чтобы дело затягивалось. Покупатели торопятся, вы понимаете. Я, естественно, заинтересована, чтобы документы были оформлены как можно скорее. Паня Дина, ну что вы так нервничаете? У нас тут такая красота. Давайте выпьем за ваше здоровье. И за ваше. Здравствуйте. Здравствуйте. Дина Михайловна. Здравствуйте. Это наш самый главный человек, пан Владислав. Владиславы, я вас попрошу, щоб пані Діну посадили за найкращий столик і обслуговували як королеву. Да уж, королеву. А если серьезно, хотел бы посидеть за строгим диетическим столом. Возможно? У нас есть диетический стол, за которым сидят очень приятные люди, и можете выбрать любое свободное место. Смачного. Смачного? Это означает приятного аппетита. Вот как. Спасибо. Вкусно? Очаровательно. Угу.
Она доест санаторий. Вдруг вы заскучаете. У меня есть особнячок просто в горах. Знаете что, Степан Михайлович? Я думаю, что если мы с вами правильно спланируем работу, то оформим документы дня за три, как вы говорите. Соответственно, на неделю мне незачем будет задерживаться. А що ви робите, хлопці? Дрова рубаємо. Хто ж так дрова рубає? А я зараз вам покажу, як треба дрова рубати. Гей, хлопці! За мною! Добре! Да. Діма! Стій! Ну! Замри! Та ні! А, ну! Єс! Тримай, рибу тримай! Курку тримай! Тримай! Єс! Бачиш, шустро! Молодець! Учися, Юрку, як треба рибу ловити! А тепер рибу! Вигнати з-під каменя треба! На камені ноги мию, на камені сиджу, кругом... Тих-тих-тих-тих-тих! Діма, на тебе пішла! Давай, підсікай! Давай! Молодець, Діма! Молодець! Діма, сюди дає! Давай сюди! Молодець! Хороше! О! Хорошо! Діма, а оця йде прямо в твій... Не рухайся! Вон, я вижу, вон вона, вон. Дивись, вона йде прямо до тебе! Прямо в твій обійма! Стій! Оце. Не рухайся! Я, кажется, влюбился! Що? Я говорю, що я, кажется, влюбился! Влюбився в цю рибу? Давай! Оце влюблене якраз до тебе йде! Підсікай її, давай! Дергай! Да! Єс! Я влюбився! Он в тебе влюбився! Ой! Думаю о ней не переставая. Не выходит из головы никак. Вот я идиот, мне надо было хватать тачку, ехать за ней, я дурилка картонная. На маршрутке к вам приехал. На нашку не впады. Она не сказала мне ни телефона, ни фамилию свою. Нигде работает, никуда едет. В общем, ну ничего я о ней не знаю. Я думаю, ее можно будет найти.
Да как ты ее найдешь, Юр? У нее есть какие-нибудь особые приметы? Какие приметы? Ну, там, родинка на щеке или, может, шрам! У нее... Шрам від аппендициту! Ні, ну ти, Юра, ти краще помовч! Нет, вообще, приметы есть. Есть приметы. Очень красивая. Блондинка, брюнетка. Да я не помню. Ну, она светлая, конечно, светлая. А як побачишь, ты ее признаешь? Че, дурак, что ли, Юр? Я же говорю, стоит у меня перед глазами. Да не, все, потерял. Ну, це ще як Господь Бог дасть. Ну все, хлопці, мені пора йти. Приходь ввечері до нас рибу їсти з дітьми. Добре, у мене проба сьогодні. Що сказав? Проба, це репетиція. У нас Петро хором руководить в клубі. Да ладно, Петро! Да. Ти хором руководиш в клубі? Так, приходь, співати вмієш? Я прийду послушаю лучше. Чекатиму! Вот еще годик поработаю, и потом, знаешь, какой дом себе отгрохает. Все в нем будет. И свет, и газ, и ванна. И туалет салатовый. Да, туалет. Да ладно тебе. Семья у меня будет большая. Дом 5 комнат. И невеста есть. Правда, она еще не знает, что она моя невеста. Нравится она мне очень. Хорошая такая, красивая. А чё ж предложение не сделаешь? Попрошу Петра. Он пойдет к ее родным. И будет просить, чтобы Оксана вышла за меня. Откажется, даст горбуза. Тыква, по-вашему. Да? Согласится, даст рушник. А рушник это что? Ну, рушник это полотенце. Только это как-то смешно звучит. Даст полотенце. Рушник. Так лучше, правильней. А вот еще одна. Девчонки, привет! Привет! У-у-у. Надька с Машкой пришли. Не разговаривай с ними. Почему? Меня Оксан как Надьке ревнует. Не разговаривай с ними. Ну-ка, это и может. Ой. Привет. Привет, ой, девчонки. А что вы робите? Чего? Ну, делайте что. Картошку копаем. А? Может, поможете? Да не, мы гуляем. А то погода такая хорошая, да? Дима! А? Иду. Йо, Оксанка. Ладно, девчонки. До мене рівнує. Пойдем мы. Хорошо. А мы пойдем погуляем. А нам работать. Ну, шо ж. Хорошей прогулки. Спасибо. Пошли. Ага, да сейчас. Идем. О, Боже. Сан Саныч, я с детства терпеть не могу эту кашу. Не надо, не надо. Оставь сахар. Не надо. Добрый вечер. Приятного аппетита. Спасибо. Бонсуар. Как вас зовут? Дина. Дина. А отчество? Михайловна, ну я думаю, что лучше без отчества. Просто Дина. Очень приятно. Татьяна Владимировна. Мой муж, Сан Саныч. А это Иван. Он приехал из Минска. Вы когда приехали? Утром. А почему вы выбрали наш диетический стол? Хотя некоторым это нравится. Ой, боже мой. А кому это может нравиться? Кашки из запеканки. Я лично терпеть не могу. Но за все в жизни приходится платить. Мы артисты, Санечка. Спасибо. И за нашей бесконечной гастрольной жизни наши желудки настоящие страдальцы. Вот так вот.
первую половину жизни гробим свое здоровье, а вторую половину жизни его поправляем. Тата. Что тата? Тата-тата. Слово не дает сказать. И так всегда. Ну, так почему же вас не было на завтраке? Вы знаете, я в Ужгороде была. Удивительный город, очень красивый. Потрясающий город. Ну что это такое? Ну что это? Оставь, оставь. Ты четвертый раз прикладываешься. Ну что за дурацкая манера столько сахара класть? Это же вредно. Ну? И что же вам там удалось посмотреть? Та-та-та-та. Что та-та-та-та? Ну дай человеку поесть. А, это да. Да-да-да, правильно. Не надо, не смей, не смей. Положи на место. Ну, а я убегаю. Почему? Ваня, вы даже чай еще не успели попить. Да ко мне жена приехала. Спит в номере, устала после дороги. Ну, а я бегу ее кормить. Угу. Ну, завтра и познакомитесь. Хорошо. Сан Саныч, привет. Ага, да. Вот правильно. Иван здесь уже седьмой раз отдыхает. Вместе со своей женой. Да-да-да, конечно. У него очаровательная жена. Они поют вместе в местном хоре. Но знаете... Тата. Тата. Что? Вместе в хоре поют? Да. Здесь замечательная капелла. Вообще, украинцы чудно поют. Ну, с этим я согласна. Они удивительно поют. Песни красивые. Извините, пожалуйста, Дина Михайловна, вас к телефону, около дежурного. Меня странно, что у меня не работает телефон. Работает. А кто? Муж. Муж. Понятно. Извините. Санечка, а ты обратил внимание, какое недоумение у нее было на лице при слове «муж»? Поверь моей интуиции, у нее нет никакого мужа, но в ней есть тайна или загадка. Она вообще бездна женских тайн. Ну что такое? Ну, ты такая фантазерка. Ах, боже мой, ну как же с тобой скучно жить, Санечка. Ты даже мне ни разу не изменил. Ну, почему ты такой нелюбопытный? Дина Михайловна, у вас к телефону. Здесь? Да. Угу. Алло. Ты, Кирилл? Я не могу здесь разговаривать, мне неудобно. Перезвони на мобильный. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, я слушаю тебя. Я не хочу больше с тобой разговаривать. И не звони мне больше. Я для себя все решила. Да. Вока. Эх, красавцы-то какие, а. Дим, я скоро уезжаю. Надо деньги зарабатывать. Тут негде. Оксана все время одна остается. Все думаю, вдруг она в мое отсутствие кого-нибудь другого влюбится. Ты знаешь, если она любит тебя, то в другого она не влюбится. Это я тебе точно говорю. О! Вот чутье, да? Привет, холостяка! Ну, чутье, Петро! Прям вовремя! Правда, обіця нюх ніколи не підводить. А ви вже рибу смажите. Ну і правильно робите. Але мушу вам сказати, що риба без горілки – це як… Хата без жінки. Свіжак, женитися тобі треба. Ой, благодать. Слушай, здесь столько грибов. Просто вы грибы собираете. Вот она, наша любимая. Ты помнишь? Конечно. Thank you.
хлопчики. Привіт, мої рідненькі. Ох, козирлюги мої. Петро, твої, що ли? Мої. Вон, бач, господарство яке. Знайомтесь. Добрий день. Ой, що це таке? Хто це наловив? Це Наталочка моя, а це Гі з Москви. Діма. Діма. Десь ми бачились. Той самий, а? Алкаш. Ось приєдно. А ну дай понюхати. Хто ж це таке зловив? Нюхайте, хлопці. Тато сам смажив. А де ми сядемо? Під яблуною. Так, помагайте. Рибу постав там. А ми мамі поможемо. Помагайте всі. Наталочко. Петро, може, допомогти? Ні, дякую, ми самі. Коли у тебе такий дом-то буде, Юр? Скоро. Йдем, я тебе такое место покажу. Диви, яка церква гарна. Там за нею Оксана живе. Что-нибудь еще? Не, дякую. Степан Михайлович, почему вы здесь? Вы домой собирались. Что-то случилось? Нет. Ничего не случилось. Просто... Я не смог. Почему? Мне хотелось увидеть вас. Степан Михайлович, голубчик, давайте не будем усложнять. Нам с вами предстоит совместная долгая работа, поэтому давайте без глупости. Не сегодня-завтра ко мне муж приедет, извините. Да, да. Не звони мне больше, я не буду брать трубку. Все. Степан Михайлович, созвонимся завтра. А погулять не хотите? Вы же домой собирались. У нас тут рядом очень красивое село, речка. У меня там хорошие друзья живут. У них вы молочко парное можете взять. Сыр свеженький. Ну что вы так долго думаете? Ну хорошо, уговорили. Зараз мы Петро, видай. А, берите. Еще возьмите. Да, больше бери. Спасибо. Прошу. Прошу, беріть. Помидорчик візьми, щоб їли гарно. Ой, чи то кістоїть, що сива гривонька сподобалась мені. Подобалась мені тая дівчинонька, сподобалась. Слухайте, так гарно співаєте, а я йду, чую, співають. Кто там сидит? До добрых людей, вот. Гости приходят. Куда товар принимаем? Садись. Привет. Чарченку зараз выпьем, моей. Скромно. Домашненько. А, не, я не могу, она такая крепка. Петро, можешь, а не бейся. Да. Жильца давай. Спасибо. Давай, это твой будет. У вас вообще красиво. А что смотрится для вас некрасиво? Красиво. Ну что, расскажите ко мне о своей семье. Степан Михайлович, расскажите про жену, про детка расскажите. Сколько их у вас? Та трійко. Трійко? Троє, значит. Два хлопці і дівка. Два хлопці і дівка. Ага. Дівка гарна? І хлопці гарні. І хлопці гарні. А жена? А що жена? Как что жена? Гарна жена? Ай, Дина Михайловна, какая же вы хитрая, а? Почему хитрая? Ну, жена женой. А как понравились вы мне? Так что ж делать? Не знаю. Світа терен, світа терен, листя. Сідай з нами. Ні, дякую. Вже пізно. Я, мабуть, піду. Оксано, почекай.
Что ж это такое? А что случилось? Ну, поверните их. Юр! Юра! Как дети? Дима? Ей-богу, а? Дима, вы? Здравствуйте. Это ж надо. Вот так встреча. Дмитрий. Очень приятно. Петро. Добрый вечер. О! Петро, знакомься, это она, Дина. Вместе с ней мы ехали в одном поезде. Дуже приємно. Здравствуйте. Петро. Очень приятно. Прошу вас до гостини. Степан, давай. Дуже дякую. Дякую. Заходьте, будь ласка. Наталко! Ми якраз сидимо. Наталко! Так ми як світ на лову. Та ні-ні, ми гостям раді. Наталко, купа гостей! Ой, привіт! Знайомтеся, моя вечір. Наталя. Добрий вечір. А це Наталя Діана. Добрий вечір. Проходьте. Форель у нас є. Та все є, сідайте. Прошу, проходьте, будь ласка, сюди. Пане Дмитре, сідаймо знову. Вам буде зручно за столом. У нас гості були. Сьогодні цілий день у нас гості. Зразу к столу. Прошу, сідайте. Добрий вечір. Добрий вечір. Здрасте. Сідайте. А я Надя. Знакомьтесь. Знакомая Димы. Мы познакомились первый день, когда он приехал до нас. Да, Дима? Оксано, то вона не до мене прийшла. А до кого? До Діми. Що ти мені розказуєш? Звідки вона того Діму знає? Та знає. Він до мене приїхав. Вони на зупинці познайомились. Оксано! Так, що ти знаєш, що ту Надьку всі знають. А та Надька, як тільки чоловік з хати, то вона собі шукає когось. Якогось дурня. Та в мене з тією Надькою нічого не було. Ану, поклянися. Клянусь! Моїм здоров'ям поклянися. Оксаночка, твоїм здоров'ям я клятись не буду. Ну нічого не було в мене з цією Надькою. Відпусти мене! Іди до своєї Надьки, вона там тебе чекає! Оксана! А ви в санаторії остановились? Да, у Степана Михайловича в Квельполяна. А де ж ще? Дима, вы где устроились? Прекрасно. До знакомого. Да у Юрки. Да вот. Да. У крестника Петра и Наталки. Вы знаете, а в санатории есть свободные места. Можно остановиться с комфортом, процедуры, питание. Пользуйтесь случаем, пока Степан Михайлович за столом. Да, никаких проблем. Так, а зачем ему питание? Я и сама могу готовить. Все-таки казенные харчи есть казенные харчи, да, Дима? Цікаво, чого це він раптом буде їсти у тебе? Моя Наталка дуже добре готує. Так? Правда, Наталка? Ти приготуєш так, що... Нема мови, завжди приходьте. І до мене теж. Я в общем, чувствую, що голодним я не останусь. Да. Ні. Випиш, Наталко. Петя. Я думаю, нам пора. Ви извините. Правда. Ой, зачекайте. Да, да. Пойдем. Чай, кофе. Наталко, щиро дякую. Зачекайте, дуже не спішіть. Стіл. Він проведе. Дуже смачно. Він вас проведе. Я вашу ручку. Він проведе вас. Петро, а ми що, самі дорогу не знайдемо? Так, Петро. Будь здоров. Було дуже приємно вас знову бачити, Діма. І мені теж було дуже приємно з вами познайомитися. Всього хорошого. Всього доброго. Всього доброго. До свидання. Добра ніч. До побачення. Що, вип'ємо? Що таке? Давай. Так вот. Новый товар привезли. Свежее пиво. Мария как раз разгружает. Так что мы тебя завтра ждем в гости. О, Юра вернулся. Я ж сказав. Так. Что? Все. Все. Так Наталко, как мы пойдем в хату. Только привезли. Метро. Самое свежее, да? Что сталося? Заходь. Ну, сідайте, чого ви стоїте? Ну, а ну, зачекайте. Хлопці,
Ану, виключили телевізор, полягали спати. Швидко, кому я сказав? Ну, тату. Ну? Из-за этой дурной Надки Оксана на меня обиделась. Сказала, видеть меня больше не хочет. Не успела приехать, уже с каким-то хмырем пришла. Мы с ней сутки ехали в одном поезде. Ведь не дала ни телефона, ни адреса, где становится. А я как идиот о ней думаю постоянно. Она меня к этой Надьке давно ревнует. Завтра утром пойду и все ей объясню. Нет, ну правильно. Может, ей верность некому хранить в Москве? Может, она к этому Степану специально и приехала? Та ну, я цього Степана знаю. У нього жінка і діти є. А ні одної баби в санаторій не пропустять. А ти звідки знаєш? Все знаю. Он сказав, що не п'є. Що за рулем? Потім він сказав, наливай, щось придумаємо. А що він може придумати? Вот. Что? Вот. Что? У нее останется. Слухай, який ты став мудрый. Юрку я аж дивуюсь. Навіть коли він в Ужгород не поїде, він же ж може переночувати в себе в кабінеті. Він же ж директор цього санаторію. Та знаємо ми ці кабінети. І Степан этого все знають. Он даже к моей Оксані клиня подбивав. Ну, потрібна йому твоя Оксана. Думай, про що говориш. І що він буде вокруг Діни крутитися тільки для того, щоб в кабінеті потім остатися? І чого він возле неї вертиться? Вона тільки вчора приїхала. Хлопці, у мене є план. Робимо таким чином. Я піднімаюся в корпус, так? І запитую, де живе ця Діана. Як її фамілія? Та я не знаю. Ну чому не мог узнати за сутки? За які юбки ти? За пасів чудовище. Тихо, тихо. Когда? Тихо. Не узнати. Робимо так. Його кабінет на першому поверсі. Будеш в окна заглядати, Петро. Можна й заглянути, нічого поганого немає. Єдине, слухай, якщо її там немає, то ми йдемо спокійно спати. Зрозумів? А якщо ні? Я не розумію. Побачимо. Побачу. Побачу. Сказав, посмотрим. Ні, сидіть. Будьте тут. Зараз посмотрим. Случилось? Что? Ну что ты молчишь? У нього хтось є. Звідки ти знаєш? Я чув, як вона сказала, щоб він не вмикав в кімнаті світла. Он сказав, щоб вона світ не... Та я понял. Що ти понял? От скажи мені, скажи, що ти понял? Може то зовсім не вона. А хто? Ну звідки я знаю, хто? Все, мужики. Хорош. Вот. Это она. Это она. Давай.
Доброй ночи. Вам доброе. Тоже что-то слышится? Да, какие-то непонятные шорохи. Странно. Вот, справа она, Дина. Да. Хлопцы. Тихо. Вася. Тихо, быстрее, тихо. Поїхав. Все ясно? А що тебе ясно, Петь? Мені, наприклад, нічого не ясно. Ясно. Он зашел к себе. Через несколько минут он уехал на машине. Он мог быть в нее минут 35. Угу. Петро, а коли він до вікна підходив, він був одетий? Не бачу. Ні. Послушайте, 35 минут. 35 минут, що вони могли делать вместе? Ну перестань, ну що вони могли робити? Ну сіли собі, чайку попили. Да какого чаю, Петь, какого чаю? В темноті. Успокойся, тихо. Ну що в темноті? Виключили світло, щоб комарі не налітали. Вона ж сказала закрити. Петь. От даремно ти. Так, где же мое лекарство? Где же мое лекарство? Ну, вот мое лекарство. Дмитрий Климов. Агентство недвижимости. Купи и живи. Вот это номер. Дима! Вставай! Ты просил разбудить. А который час-то? 8! 8! Вот это я дал!
Я готов! Дим? Я готов, что делать? Веди ее сюда. А, как? Пойдем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Розочка. Как, Роза? Роза. Роза. Иди, Роза, сюда. Роза, красавица. Держи, держи. Тихо, Роза. Молодец. Хорошая. Роза хорошая. Роза красивая. Спокойная такая. Рогатая. О, будет. Отлично. Ну все. Молодец, молодец, Роза. Молодец. Спасибо. Доброе утро, Ольга. Здравствуй. Алло, 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 алло. Привет, привет. Доброе утро. Часы установлены на 8 утра. Встаем, умываемся. Ну, как ты там? Слушай, Ольга, если ты сейчас стоишь, лучше сядь. Господи, что у тебя случилось? Секреты. Знаешь, кем оказался тот симпатичный молодой человек, с которым я ехала в купе? Ну, откуда мне знать? Говори давай, говори, кто? Так вот, это Дмитрий Климов. Климов? Подожди, какой Климов? Этот что, этот, что, директор агентства «Купи и живи»? Он самый. Подожди, а как он с тобой оказался одновременно в одном купе? Очень просто, купил билет. Сейчас, подожди. Алло, доброе утро, мы вам перезвоним. Билет купил? Но таких совпадений не бывает, подожди. Не забывай, дорогая, мы у него отбили очень крупного клиента. Он тебя что, там преследует? Оля! Ведь за такие деньги и грохнуть можно. Ой, слушай, прекращай. Мне кажется, это чистая случайность. Я просто даже уверена в этом. Ты знаешь, он совершенно нормальный парень. Дина, у меня на вторую линию очень важный звонок, я тебе перезвоню. Ну, давай. Водная территория лежит на песчаном дне, которое должно иметь водный источник. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, где у вас ресторан? А вы у нас первый раз? Да. Одну секунду, я позвоню, есть ли стол? А, вот и она. Слушай, я принесу тебе оплату, Максим, в любом случае это нужно сделать. Спасибо. Доброе утро. Здравствуйте. Я вас слушаю. А где ресторан у вас? Проводите? Пойдемте, я провожу. Кофе да. Можно выпить и здесь. И вот эти пирожки вот. Сразу подают горячие. Скажите, а вон за тем столиком в конце зала, возможно? Возможно, но он диетический. Прекрасно, здоровее буду. Пойдемте. Очень вкусно. Доброе. Присаживайтесь. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Вы к нам? Да, я к вам. Очень приятно, очень приятно. Сан Саныч. Очень приятно, Дмитрий. Супруга. Да, очень Татьяна. Приятно. Ванечка, Верочка. Угу. Иван. Дмитрий, очень приятно. Моя жена. А это? А с Диной, спасибо, мы уже знакомы. Как хорошо, тут очень хорошо. Нам как раз не доставало красивого, сильного, молодого мужчины. Та-та. Да? Дима, вас не предупредили, у нас диетический стол. Спасибо, я в курсе. Да? О, как быстро. Вообще, я заметил, здесь персонал намного больше, чем отдыхающих. Санаторий был огромный, общесоюзный. Угу. Отдыхающих приезжало, наверное, раз в 20 больше. Да, и обедали, по-моему, в 3 смены. В 3 да. смены. Три. Ну, а сейчас обслуживающий персонал весь остался. Говорят, санаторий хотят кому-то продать. Угу. Да вы что? Кому? Слушайте, удивительно. Ну, кому, я не знаю. День обещает быть хорошим. Приятного аппетита. Спасибо. Но это, судя по всему, омлет.
Здесь все очень полезное, очень диетическое, противное, пресное и невкусное. Да-да-да, нет, очень-очень вкусное. Ну, приятного аппетита. Мы уже пойдем. Спасибо. Ванечке нужно еще на процедуру успеть. Кстати, а вы на экскурсию? Да, конечно. А куда едем? В какой-то старинный замок. Да, там, говорят, очень красиво. А вы поедете? Конечно. А вы один? Нет, я там была уже. Ну, а за компанию? Нет, я думаю, нет. На самом деле, очень интересный замок. Только не опаздывайте. Автобус на 10-12 человек. Я вас запишу? Ой, конечно, конечно. Спасибо. В 11 часов. Обязательно. В 11 часов. Спасибо, спасибо. Угу. Да, но нам тоже надо на процедуры. А ты знаешь, Санечка, как-то я бы, пожалуй, выпила бы еще одну чашечку кофе. Пойдем. Вот так всегда. Вот все время подавлять мои невинные женские желания. 50 лет, заметьте. Я подчиняюсь издевательству этого узурпатора. Ну, очень приятно было познакомиться. Встретимся за обедом. Да-да-да, на экскурсию, на экскурсию. Все, все на экскурсию. Они смешные. Как спалось? Замечательно. Я просто переживаю, вы ушли в ночь. Да. Я ушла не одна, а потом, если переживали, на самом деле могли бы проводить. Ну что вы. Вы были с таким рыцарем, я просто не имел права вмешиваться. А, кстати, где он? Желаете увидеться? Да нет. Зачем? Не имеет смысла. Но у этого совершенно неаппетитный вид. А если попробовать? Уверен, вы готовите лучше. Дим, вы совершенно напрасно сели за наш диетический стол. Не понимаю. Дим, почему вы все время хотите от меня избавиться? А вы как спали? Я? Угу. Я спал счастливо. Да, разве можно спать счастливо? Да, вы знаете, оказывается, да. Оказывается, возможно. Я думал, я вас потерял. В смысле? Да в прямом. Когда вы сели в машину и уехали, я думал, все, я вас больше никогда не найду. Но теперь-то я вас не потеряю. В смысле? В прямом. Может, все-таки дадут что-нибудь еще? Да, чай или кофе на выбор. Кофе, конечно же, без кофеина. Ну, так вы можете отказаться. Зачем же? Я вот сачку попью. Хотите сачок? Нет. А вообще, я думаю, что надо из-за стола вставать с легким чувством голода. Вы так считаете? Да. Ну что ж, так и сделаем. Ваше здоровье. Позвольте за вами поухаживать. Здравствуйте, Дина Михайловна. Здравствуйте, Степан Михайлович. Здравствуйте. Дмитрий, если не ошибаюсь. Как позавтракали? Спасибо, все хорошо. Дина Михайловна, только что говорил. Да, я поняла. Мы отойдем? Так. Я вас могу поздравить. Ну, вот за это спасибо. Комиссия согласилась на ваши условия. Ну. Так, конечно. Я за вас очень. Я за вас очень рад. Не можете? Тост желаю. За вас. Изысканно. Да. Вы знаете, Дина Михайловна, я все-таки сожалею, что вы так рано уезжаете. Всего хорошего. Прощайте. И вам не болеть. Всего доброго.
Ну что ж, пожалуй, поеду с вами в замок. День быстрее пройдет. Почему вы хотите, чтобы день быстрее закончился? Просто хочу поехать на экскурсию. Так что ж, ваш поклонник вас отпустит. Угу. Да вы что? Да. Отпустит. Отпустит. Здесь останется. Ну что, я пойду переоденусь. Погода быстро меняется. Надену что-нибудь теплое. Вы тоже. Да. До встречи. Угу. Садись. Все. А зустріну я дівчину. І буде вона найгарніша і найкрасивіша в світі. Найвродливіша. Я її познайомлю зі своїм хрещеним. Петром, з Наталкою, з їх дітьми. Звичайно, якщо вона з ними не знайома. От. Вона мене познайомить зі своїми рідними. Будемо ходити в кіно, на дискотеки. Розумієш, мені треба один раз і на все життя. Розумієш? Так. Це важливо. Один раз і на все життя. Угу. Угу. Так. Чо ж ти стоїш? Смотри, йдет. Ой, господи. Так. Давай. Давай. Бьем. Ой, тихо. Ой, здрасте. Привет, привет, девчонки. Тихо. А к нам не зайдете? Ух, девчонки, у меня и пиво есть холодное, и кофе я такой готовлю. Не могу. Ой. Вечерком, может. А, освободите, заходите, я до 6 работаю. До 6? Да. Мария? Надя. Все, пока. Здравствуйте, я опоздал. Молодежь, да, что ты побыстрее. Поехали. Мне надо блоки дать, а я шлёпки. Свободно? А если скажу не свободно, вы что, стоя будете ехать? Диночка, мне все равно, только приятно с вами. Ладно, садитесь. Спасибо. Димочка, Дина специально для вас это место держала. Да, а что? Тата. Дина, это правда? Абсолютно. Ух, я тронут. Товарищи, в автобус. Все ждут, а они курят. Выходим все. Ой, шевелимся давайте. Рома, мы пойдем сами погуляем по парку, ладно? Потому что мы здесь уже много раз бывали. Хорошо. Если мы к 5 часам не вернемся, не беспокойтесь, сами наберемся. Ну, на хорошо. Такси. Конечно, прошу, возьмем такси. Да, да, все, да, четко. Ну да. Да. Живее, товарищи. Товарищи, быстрее. Все, товарищи, минуточку внимания. Мы находимся на территории государственного заповедника. И замок, и парк, жемчужина, ей 300 лет, поэтому по поляне не гоцать, ничего не вытаптывать, цветов не рвать, окурков не разбрасывать. И еще момент, товарищи, и в замке, и на его территории, пожалуйста, не теряйтесь. 17:00. С этого места автобус отправляется на ужин. Если вас не будет, я уеду один. Прошу следовать за мной. Динамичнее, товарищи. Не растягиваемся, перебираем ножками. Живее. Не теряться, я вас прошу, позже. Money!
Опять у меня связки сорваны. Мне сегодня еще в хоре петь. Старый князь был любвеобильным. У него было 4 жены и 12 детей, рожденных в браке. Это в браке, а вне? Никто точно не считал. Но историки полагают, не меньше 50. Ух, ну старый шляхтич дал. Вот, налицо преимущество мужчин. Женщине за целую жизнь стольких не родится. Почему ж, по 2 в год нормально. Да, сейчас не каждый миллионер отважится иметь 50 детей. Слишком все серьезно воспринимаете, Иван, это же легенда. Легенда. Легенда легендой, а старый князь выстроил для своих отпрысков 12 замков и этот последний для его младшего сына. Так, ну продолжим, товарищи. Проходим, товарищи. Динамичнее! Не растягивайтесь! Сейчас мы проходим к озеру. Да, все. Нормально. Сколько раз мы с тобой гуляем по этому парку, а я не перестаю восхищаться. Фантастика и удивляться, какая-то. Какая красота, просто фантастика. Да? Поразительно. Каждый раз думаешь, что же они видели, эти деревья, да? Во-во. Ну, лет 250, наверное. Невероятно. Да. Скоро-скоро сезон. А чем занимаетесь в Москве? Живую работаю. А кем, если не секрет? Я не хочу на отдыхе о работе говорить. Ну, чужого меня ничего не спрашивайте. Ну, хотя бы там, кем я работаю. А я знаю, кем вы работаете. Откуда? Ну, как откуда? Вы же мне сами свою визитку дали, Дмитрий Климов. Забыли? Помню, почему же, помню, конечно. Ну, а семья у вас есть? А что такого я спросил смешно? Что о семье не могу спросить? По-прежнему только о погоде и о природе. Да, желательно. О природе и о погоде. Как это скучно. Невыразительно и невразумительно. Я ведь хочу все у вас знать. Зачем? Ну как зачем? Вот, простите, на меня смотрите, смотрите на меня. Смотрите на меня. Мы. Вам не понравилась моя экскурсия? Понравилась? Ну почему же не понравилась? Понравилась. Продолжим. Продолжим ехать. Смотрим все на меня. Вода в этом озере не бывает ниже 10 градусов. Его еще называют озером красоты. Почему? По преданию, за этой горой было село. Одна девочка из этого села ходила к этому озеру за водой. Сначала она просто умывалась, а потом стала окунаться в ледяной воде. И к 18 годам, говорят, не было на земле краше ее по красоте девушки. Несчастная. Ну почему же несчастная? Наоборот. К сожалению, ваша спутница, молодой человек, права. Потому что в девушку влюбился младший сын старого князя. А князь, узнав о том, что его любимец хочет жениться на простолюдинке, отправился в село, разыскал девушку и сказал ей, что проклянет сына, если она от него не откажется. 10 веков назад вот на этом месте была скала. После отъезда князя девушка с горя бросилась со скалы прямо в это озеро. Через месяц внезапно в этом озере расцвели лилии, которые растут до сих пор. Старые люди уверяют, если молодому человеку удастся сорвать эту лилию
и подарить своей избраннице, то они будут счастливы всю жизнь. На лилии поддаются не каждому. Как интересно. К сведению влюбленных, лилии в нашей стране занесены в Красную книгу и охраняются государством и злым местным сторожем. А теперь продолжим. Старым пытающим. Ужас просто. Это сильно было. Товарищи, поторапливаемся, поторапливаемся. А куда это? Дима пошел. Ты пойди, пойди за ним. Поехали. Только вы быстро, потому что Роман с ума сойдет. Нам уже ехать пора. Хорошо? Бегом. Дима! Дим, ты чего? Слушай, Дим, ты же упадешь. Тихо, тихо, блин, держу. Дим, давай руку! Да руку давай! Ну, да не тяни ты так! Да упадем, блин! Достал, достал, достал! Да сейчас упадешь! Ай, Дима! Дим, блин, я ж тебе говорил. Достал. Ну, не знаю, как лилию, но меня ты достал уже. Ты что, ее руками пытаешься вытащить? А ну, кто не у меня? Отпусти цветок. Не отпущу. Вылазь, говорю. Не вылезу. Стрелять буду. Стреляй. Дим, ты что, с ума сошел, что ли? Послушай, мужик. Вода ледяная, у меня сейчас нога отнимется. Ее в больнице отрежут. На твоей совести будет. Дим, отпусти Лили, он же тебя зарежет. Спасибо. Да, желательно. Нет, мы выезжаем. Это мы ваших мужей ожидаем? Да, наших, а что? Прекрасно. Нам очень повезло с вашими мужьями. Теперь вся группа останется без ужина. А если так и дальше дело пойдет, так мы останемся без завтрака. Да очень хорошо. Спасибо большое. Вы не волнуйтесь, они сейчас придут. Они, ну, задержатся. Ну, пожалуйста. Что вы стоите? Идите ищите. Ну, стойте уже. А потом еще вас бегать искать. Ну, ладно, верки еще кое-как. Стой. Возьми спрячь. Перещите, прошу, я потом заберу. Ну вот и они. Где вы были? Так, ну, проходим, проходим. А почему в таком виде? Товарищи, вас ждут уже все. 15 минут. Все, так же нельзя. Ну, я все, же вас спросил. Не теряться. Может, еще по сигарете? Как? В автобус, пожалуйста. Я буду ходатайствовать перед дирекцией, чтобы она наказала вас. Или, по крайней мере, принимала какие-то меры. Но вы расскажете, наконец, мне о своих приключениях. Почему вы весь мокрый? Да через ручей прыгали. А где ручей нашли? В лесу. Да, в лесу были. И что в лесу делали? Грибы собирали. И где же ваши грибы? Вань! А где грибы? Какие грибы? А, в газетку завернул.
Тихо! Без паники! Так, товарищи, всем выйти из автобуса на быстрее! Сюда вот! Живее, живее! Ну что ты будешь делать, товарищи? Такое ощущение, как будто вы все сыты и никто не хочет на ужин. Товарищи, я обращаю ваше внимание. У нас был очень сложный день. Очень. И еще неизвестно, чем это все завершится. Вот, пожалуйста. Колесо сломалось. Значит так, у вас всех 5 минут для решения ваших проблем. 5 минут, не больше, и не надо мне потом. Извините, извините, я этого не люблю. Пришли, раз, два, встали, все, и поехали. Свободно, разошлись, гуляем. Простите. Извините, мы от вас ни на шаг, не волнуйтесь. Пожалуйста. Все пошли туда, а не туда. Рома, не нервничай, а то голос пропадет. Мы тоже туда. Ребят, слушайте, приходите к нам ужинать сегодня. Да, мы мяско замариновали. Вкусненькое, придете? Мы же. Ну, мы вас ждем тогда. Ждем, да. Пойдем. Спасибо. Ну все, хорошо. Интересно так за ними наблюдать. Можно подумать, что у них бедовый месяц. А что вас удивляет? Ну почему ж, ничего не удивляет. Это редкость. Дома вместе, отдыхают вместе. Круглый год. Они любят друг друга. Должно быть, у них родственные души. А у вас есть родственные души? Да, не знаю. Может, есть. А может, и нет. А у вас? Может, есть, а может, нет. Нет, не надо, это не надо. Дин, пойдемте. Подождите секундочку, ладно? Простите, можно вас попросить? Опять что-то придумали. В автобус нельзя. Меня не интересует. Мне очень надо, очень. Здесь сейчас минуту! Черт! Ну, на ужин-то не усилий сегодня. Дина Михайловна, я приехал за вами. У нас очень важная встреча. Встреча с оценочной комиссией. Пожалуйста. Дима, я, извините, должна уехать. Понимаете? Я уезжаю. А я не... А? Слышите меня? Ванечка, Верочка, до вечера. Счастливо. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Вера, ну как? Ой, дай понюхать. А? Ой, боже, какой запах. Я тебя люблю. Вань, ты такой молодец у меня. Иду на запах. Привет. Если бы не запах шашлыка, да я бы заблудился, его же за версту слышно. Какие вы молодцы, а какая красота. Когда же вы все успели? Это все Вера. Это все Ванечка, конечно. Он с утра сходил, все купил, все замочил. Хозяин. Вань, ну молодец. Молодец. Я твою Лилию из автобуса забрал. Правда, что? Ну, конечно. Дина придет, можешь ей подарить. Что, мы зря в холодной воде кувыркали, что ли? Да я что ж не с пустыми руками пришел? О, ну? Как у нас сегодня пир будет настоящий. Я чур вино, я вино. Это же фирменное, фирменное Петра. Это же лекарство, лекарство. Ребятки, у меня уже все готово почти.
У нас тоже Верунчик. Вера, Ваня не рассказал? Что? Как мы лилию эту тащили. Ой, какая красота. А? Какую лилию? Ваня, а ну ты что? Ничего не рассказал, садись, что ли? Садись, все рассказал. Подожди, какая лилия? Да мы сколько жизни? Она у меня конспиратор, знаешь какой? Ну что, по рюмке? Вер, ты что, вино? Я венцо, ну давай, наливай. Да, конечно, конечно. Ну, за любовь. Что было ради кого совершать ваши подвиги. Ой, как хорошо. Кушайте, берите. Давай, 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 накладывай себе. Огурчиков. Ваня, отличный шашлык. Получился, получился. Хорошо сидим. Ванечка, ты волшебник. Я не волшебник, я только учусь. Дим, да придет она, придет. Ну, между первой и второй перерывчик небольшой. Наливаем. А мне? Димочка, ну вы расскажите, где вы в Москве работаете? В Москве у меня небольшое агентство по недвижимости. Угу. Ничего себе. Небольшое в Москве? Ты богатый человек. Это же не нефть. Ну, занимаюсь этим недавно, 4 года. Поначалу шло все вроде бы неплохо. Потом появилась некая старуха из Эргиль. Конкуренция? Да. В общем, душит, душит удав. Старая, говорят, вредная старуха из Эргиль. Подустал бороться, нет? Да нет, но я борюсь. Борись, борись. Борюсь. А вы откуда? Где живете? В Минске. Не понял? Из Киева или из Минска? Просто родители мои живут в Киеве, а его в Минске. А сами мы живем в Киеве. В Киеве. В Минске я не был. А Киев люблю. Красивый город, правда? Киев красивый город. Радужный, светлый, девушки там красивые. Да. Ой, как хорошо мы сидим. Как раз после ледяной бани то, что надо. Дим, вы действительно простыли. Давайте, давайте, для согрева. Это самое лекарство. Будьте здоровы, пожалуйста. За здоровье. И вы не болейте. Вы кушайте, кушайте. О! Одну минутку. Он сейчас баян принесет. Ваня играет на баяне. А, еще как! Вась, сколько же у тебя талантов, а? Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, буду тебе женой. Там, в краю далеком, буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня жена. Но там, в краю далеком, есть у меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой, там, в краю далеком, буду тебе сестрой. Там, в краю далеком, буду тебе сестрой. Милая моя, взял бы я... Пойте, пойте, Диночка. Пойте. Простите, я же что я опоздала. Вам, что она придет. Как вы красиво поете. Динуль, выбирай, какой? На ваш вкус. А вот, вот, хорошо. А. Вы венцо, Дина? Возьми, Ваня. Диночка, сегодня Дима ради вас в ледяной воде купался. Я сейчас. Давай, давай. Он просто подвиг совершил. Такое чудо для вас добыл. Вот это сокровище. Вера, пойдем десерт принесем. Да-да-да, мы сейчас. Это я заберу.
Да у вас жар, температура. Мне очень приятно, что вы обо мне заботитесь. Что такое серьезное? Вам не понравилось, Лили? Понравилось. Легенду помните? Дима, вы себе что-то придумали. Я уверен. В чем вы можете быть уверены? Вы знаете меня всего 3 дня. А мне 3 дня достаточно, чтобы понять. Понять что? Я не возьму цветок. Не возьмете. Да нет проблем. Вы, наверное, очень жестоки по отношению к цветам. С Оксаной? Да нет. Надька приходила. Как увидит эту Надьку, так сразу психует. Это она к тебе приходила. Выбрось этот хлам, Юр. Купи себе нормальный дисковый магнитофон. С дисками, с компакт-дисками. Твои бобины, небось, уже размагнитились давно. Сколько им лет? У тебя с Диной не получается. Не получается. Поеду я, наверное, завтра. Ну, подожди, может, еще получится. Ваш чай. А, спасибо. Это на завтра. Господи, ну почему ты трубку не брала? А ты знаешь, я телефон в номере оставила. Была на экскурсии, там все равно связи нет. Ну, я же целый день волнуюсь. Скажи, а фамилию он твою знает? Кто, Климов? Да, не сказала, чем занимаюсь. А сегодня, представляешь, подошел директор санатория и заговорил о наших делах. Ну да, прямо в присутствии Климова. И что? Ничего. Я как-то так аккуратненько его в стороночку отвела. По-моему, обошлось. Значит, слушай меня внимательно. Быстро собирай вещи и домой. Потому что если он узнает, кто ты, он тебя убьет. Thank you.
Дима. Чего? Как себя чувствуешь? Да ничего, сносно. Я вот тебе купил. Это что, все мне, что ли? Ага, все, что было. Зачем так много-то? Я купил градусник. Нужно померить температуру. Если у тебя высокая температура, нужно выпить жаропонижающее. Не надо мне ничего, не надо. От высокой температуры может быть денатурация белка. Мне на химии рассказывали, и тогда хана. Прекрати трясти-то. Хорош, давай, у меня уже денатурация началась. Надо держать 9 минут. Там так написано. Хорошенько поставь, что правильно показала. 9 минут. Все. Если высокая температура, сразу жаропонижающая. С денатурацией шутить нельзя. Сейчас. Ты, конечно, Юр, ненормальный. Вот. Что? Держи. Это? Чего? Одевай. Это носки бабушки. Ух ты. Бабушка вязала. Вот за это спасибо. Возьму. Выпей-ка я чайку. Ой. Вообще, конечно, в театре масса разных смешных случаев бывает. Это что-то невероятное. Спасибо. Рассказать кому-то не поверит. Что-то Дина опаздывает. Дмитрия тоже нет? Видимо, проспал. Да, опаздывают оба. Тата. Интересно. Тата. Что тата? Ну, Сань, ну сколько можно? Ты жутко много сыпешь сахара в чай. Как можно вообще-то пить? Да. Ну, я просто удивляюсь. Ты уже 50 лет удивляешься. Доброе утро. Ой, доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Приятного аппетита. Что-то Дмитрия нет. Вы не знаете, куда он запропастился? Думаю, не выдержал здешней кухни. Кстати, как вам замок-то? Очаровательно. Какая архитектура, какая мощная, величественная. Да, там очень красиво. Места умели выбрать, какие поразительные. Вы знаете, я обратил внимание, когда строили замки. Что ты делаешь? Ты второе печенье уже берешь. Ну, еще с маслом. Что-что, ты же просил тебя останавливать. Если я взяла второе печенье, дай я придумаю. Друзья мои, все, я больше уже не могу. Ага. Все? А Эм объелся. Все, спасибо, Таточка. Тата. Приятного аппетита. Спасибо. До обеда. Не прощаемся. Боюсь, Дима наш разболелся. Вчера к концу дня совсем расклеился. Думаю, у него и температура была. Серьезно? Вчера я дотронулся до его лба, чуть руку не обжег. Чаю хочется. Чаю? Угу. Чай принесите, пожалуйста. Один. Спасибо. Все, кальций, все, гидрокарбонат, магний. Костякию, привет. Петро! Всех вырежете. Зараз я вам здоров. Выздоровление привез. Витайте, то моя Наталочка, давай. Можно? Наталка! Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете, голубчик? Да ничего. Юрку, чем ты ликуешь? Ну вот. Да это нормально, отравить мне хочет. Боже, касса химия, выкинь то. Та чего? Хиба ж тем ликуются. Что это ты купил? Вот, малина и мед. Это единственное лекарство, которое вам можно. А ну, дистань. Дистань. Что ты говоришь? Ну, дистань, пляшечку. Боже мой. Наталья. Вы, конечно, извините. Ну, давай, давай. Ну, что тут такого? Найэффективнейший засіб. Де 60 грам наливаєш? 60, ага. Вчись, щасник. А оце, дивись, цитринка, ти її всю не їш, а тільки з зубами робиш дірочку, а потім будеш смоктати сік. І потім. Заразом чи що? Я тобі покажу. Ти тут треба буде домашню ти мою пробував. Добре, правда? Добре. О, Боже мій. Потихеньку, дивись, щоб воно отут змащувало всю тобі грудну клітку. Як найдовше тримай. Щоб попектися. Угу. Но з лікарством це не сочетається, Діма. І цитринку кусай.
Слухай, таке помічне. Зразу дихання пробиває. Все, ні, все. Тобі помогло все. Помогло, давай. Юрко, роби краще Дімі чаї. Я до тебе зайду пізніше. Пішли, батько, пішли. Все. Щасливо. Щасливо вам. Спасибо большое. Извините нас, пожалуйста. Я потім зайду. Всего доброго. Лови цитринку. Лови. Выздоравливайте. Потім. Щасливо. Все. Будь здоров. Спасибо большое. Дима. Если спит, не будите. Дим, не хотелось вас будить. Юр, дай стул, а? Юр. Ага, да. Вы лежите, лежите. Я ненадолго. Я лекарство вот принесла. Садитесь. Спасибо. Откуда вы узнали? Так мы же живем в деревне с вами. Ну, чем лечитесь? Да вот Юра принес очень много всяких лекарств. Так. Ограбил, по-моему, аптеку. Понятно. Забрал все, что было. И все не то. А это что у вас? Дим, скажите честно, вы пьяница? Да. Температура у вас какая? Небольшая, 37 с хвостиком. Позвольте. Очень небольшой такой хвостик. Совсем маленький хвостик. Вы несерьезно к себе относитесь. А что за таблетки? Доверьтесь мне, очень хорошее лекарство. Вы, наверное, отравить меня хотите? Да. Да? Ну, конечно, пришла вас убить. Пейте. Ну вот и хорошо. Ну что, мне пора, потому что у меня процедура. У меня массаж, у нас опаздывать нельзя. Да вы что, у вас массаж? Да. Еще водные процедуры, я же в санатории все-таки. Я сейчас с удовольствием бы принял горячую ванну. Вам нельзя, больной. Вам нужен холодный душ. Ты что же вы садистка-то такая, а? Почему садистка? В Америке так лечат холодным душем. Ну все, выздоравливай. Спасибо. Юр! Что? Ну, что ты чаю-то не сделал, а? Так кипит. 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 Ложись давай. Кипит. Здравствуйте. Здравствуйте. Придете? Нет, сегодня хочу поплавать. Отдай кому-нибудь мое время. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, массажный кабинет где у вас? Прямо по коридору, в конец и налево. А, спасибо. Пожалуйста.
Здрасте. Здравствуйте, проходите. У вас есть направление или талон? Нет. Массаж? Да. Там кто? Там женщина готовится к массажу. Я понял, понял. Спасибо вам. Спасибо за то, что вылечили меня так быстро. За то, что случайно перешли на «ты». Я даже стихи вспомнил. Пустое «вы» сердечным «ты» она обмолвясь заменила. И все безумные мечты в душе влюбленной возбудила. Почему вы молчите? Я вас слушаю. Ведь это же Пушкин. Пушкин, Пушкин. Извините, извините. Извините. Ну куда же вы? Аня, это отдыхающий? Нет. Ой, какой хорошенький. Дина. Дима? А почему вы здесь? Почему не в постели? Дина, я выздоровел. Что за ерунда? Час назад была температура 38. Да и богу выздоровел. Выздоровел, правда говорю. Вот вас встретил, выздоровел. Чудо такое произошло. Дин, а может, пообедаем где-нибудь? Где? В столовой? Нет, в столовой ни за что. Предлагаю пойти куда-нибудь в ресторан. Правда, не знаю, куда. Ну, давайте пойдем куда-нибудь. Извините. Алло. Я приболел просто. Да нет, заболел просто. Да, лечусь. Да нормально все, я говорю. Да пил. И я тебя. Пока. Извините. Вы знаете, я думаю, что я буду обедать в столовой. Почему? А вам надо отлежаться, вы после болезни. А ужин? Ужинать тоже буду в столовой. Ваша лилия завяла. Вот это все то, что я подчеркнула, переделай. Это я просила в трех экземплярах. А это какой дизайн, господи. Алло, алло, алло. Да-да-да-да-да, уже беру. Уже разговариваю. Алло. Оль, ну наконец-то, как там у вас? Привет, привет, у нас все хорошо. Клиент уже созрел. Завтра беру залог. Как ты? Что-то голос мне не очень твой нравится. Слушай, этому Климу какая-то женщина звонит. Может, жена? Подожди. Хочешь, я тебе о нем все узнаю? Мне это никакого труда не составит. Да ты что, обалдел? Еще не хватало, чтобы мы с тобой шпионили. Ну почему шпионить сразу? Просто узнаю тебе, женат он, не женат? Да не надо, ерунда все это, не хочу. Просто показалось. А что тебе показалось? Неважно. Слушай, я думаю, что я дня через два уже все закончу. А Кирилл тебе звонит? Нет, перестал. И больше звонить не будет. Ты уверена? Да, уверена. Ну, а если опять позвонит, возьмешь трубку? Слушай, не знаю, я здесь совершенно запуталась. Запуталась? Ладно, слушай, о главном. Значит, тут есть один объект, тоже на Никольной горе, уже давно они его продают. С предыдущим агентством срок договора уже вышел. Агентство этого твоего Димы тоже на него зуб точит. Ну что, мы перехватываем или уступаем? Конечно, перехватываем. Молодец, перехватываем. Ну, давай, до связи.
Здорово, Юр. Что делаешь? О! Обувь ищу. Куда собрался-то? На дискотеку. С Оксанкой? Ну да. Она сказала, что там будет. Два раза. Че, два раза? Ну, два раза сказала. Ага. Я сейчас с ума сойду, я не знаю, что мне одеть. О морях и не мечтаю. Перекур. Уже... Ну как? Комсомольского значка не хватает. Так, все. Я никуда не иду. Я не иду никуда. А чего так нервничаешь, Юр? С чего ты взял? Ну так, показалось. Все, я никуда не иду. Почему? Ну, во-первых, я не умею танцевать. А во-вторых, там будет Илья. А это кто? Надо кто? Есть там один. За Оксаной ухлёстывает. Ну и что? Ну и то. Она его выберет. Собирайся, я с тобой пойду. Выберет. Раскис, как квашня. Выберет, не выберет. Ромашку тут устроил. Ну, нормально. Нормально, нормально. Дима, ты в красном будешь? А что такое? Да нет, нормально. Ну, а что? Ярче будем. Ха, ну да. И еще. Покажи какие-нибудь движения. Как вы в Москве танцуете? Ну, примерно так. Ага. Но главное, не танец, Юр. Не контакт. Контакт. Контакт? Да. Пойдем. Пойдем. Контакт. Диночка, здравствуйте. Здравствуйте, Верочка. Присаживайтесь, конечно. А Ваня где? Ваня на процедурах, а я его жду. Вера, пока нет Вани, хочу вам признаться. Вы очень красивая пара. Да вы что? Да, за вами приятно наблюдать. Спасибо. Вы когда-нибудь расстаетесь? Расстаемся. Иногда. Ну, все время быть вместе тоже ненормально. Нескончаемый медовый месяц. Это плохо? Нет, что вы. Это большая редкость. А вы случайно не знаете, как там наш Дима? Хорошо. Я только что его видела. Так он придет обедать сегодня? Не знаю. Спасибо. Вы знаете, Диночка, он вас вчера очень ждал. Очень-очень. А можно вас кое о чем спросить? Вы не замужем? Нет, а что, заметно? Ну нет, незаметно, просто... Просто нам с Ваней очень нравится Дима. По-моему, он чудный парень. Вера, вы меня сватаете? Нет. Просто иногда со стороны видней. Уставился? Иди давай. Расскажи мне не старико, что ты так растешь далеко, чарина моя старико. Иди мила до озерця, бачити тебе я мушу. І запала мені в серце, половина мою душу. Ой, смерико, розкажи мені старико. Ну, все. Ага. Чоб
так ростеш далеко. Где же? Жарівна моя смереко. Ой, смереко. Розкажи мені, смереко. Ой, привіт. 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 Жарівна моя смереко. Спокійно, ми самі перейдемо. Нет в Москве такого? Нет, в Москве точно нет. Потанцуем? Я не танцую. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, що ти так ростеш далеко, жарівна моя смереко. Пришла. Оксана, Оксана пришла. Где? Вон стоит. Кофточка, кофточка. Классно. Вин тут. Ну, вон, Олег, вон, возле столба. Где? Вот эту рыжую столба, что ли? Не, а? Да ерунда, она тебе выберет. Да? Да, конечно. Иди на танец ее пригласи. Иди, иди, иди. Да, зачем? Ты что? Да иди, она танцевать хочет, я тебе говорю. Иди там, иди, танцуй. Ты идиот, что ли? Да, ты что, прекрати. Сейчас следующая песня, я иду. Некого приглашать будет. Иди быстрее. Иди, я тебе говорю, иди быстрее. Да не пойду, я сказал. Да что, ты маленький? Ну, перестань. Стой, что ты? Привет, Оксана, потанцуем? За Любки. Я в поручении одного молодого человека, которого зовут Юрий. А чего он сам на меня запросил? Он такой несмелый. Да что ты? Он лев. Я думаю, что с ним у вас получится лучше. Давай, давай, давай. Идем потанцуем. Пидем. Я тобі на трепіті, лиш одні цілім світі, розкажу про любов. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лили. Очень приятно. Я вас поздравляю. Прекрасное имя. Скажите, пожалуйста, а вы танцуете так же, как читаете стихи? Какие стихи? Ну, которые вы прочли не в массажном кабинете. Так это вы были. Извините, я вас не узнал. Прекрасно выглядите. Давайте, может, потанцуем? Да вы знаете, вы, как видите, я не танцую. Не умею. А я вас научу. Да не стоит. Стоит, много же учителей пытались. Все бессмысленно. У меня получится, поверьте. Да не стоит. Может быть, тогда прогуляемся? Вы знаете, к сожалению, я еще и приболел, поэтому вечерний музык будет для меня... Как странно, вы знаете, я днем не сказала бы, что вы такой бука. Кто? Бука. Бука? Не передумали насчет танцев? Да нет, ну в другой раз. В другой раз обязательно станцую. Ты еще об этом пожалеешь. Надеюсь.
А что, не танцуешь? Прости, ради бога. Да не хочу. А ты приехал сюда отдыхать? Развлекаться? А? Ну, я отдыхаю и развлекаюсь. Так а что вы к нам не зашли? Мы вас ждали, а? Давайте. Так вот, нам пиво свежее привезли. И заходите, я вам кофе сварю, да? А потім ми поїдемо до Львова. Оберемо саме найкрасивішу весільну сукню і костюм. Потім подарую їй обручку. Потім ми вернемося і підемо до церкви. І до ЗАГСу. Але до церкви обов'язково. Бо це на все життя, розумієш? Ну, вот, Дина Михайловна. Здесь у нас проходят танцы. Чудно. Конечно. Почти каждый вечер дискотека. Имею честь вас пригласить нет, на танец. Нет, я не танцую. Ну, я вас нет, 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 Степан Михайлович, а не танцую. А для хорошего настроения. Ну, хорошо. Давайте. Только хорошо. Ради вас. Благодарю вас. Если будете обучать. Я что-то устала. Хорошо. Не могу. Ну, пожалуйста. Жарко. Правда, очень жарко. Хочется дышать воздухом. Прошу извините. Клизмой из санатория побежал. Это который из Москвы, что ли? Ножками ходить не получается. Не знаю. Ой. Давайте, давайте, давайте я вам помогу. Не надо. Юморист вы. Добрый вечер. Мы с вами сегодня уже виделись в клубе. Тонко замечено. Диночка, простите меня, пожалуйста, можно с вами поговорить? На пару слов. Дим, давайте завтра поговорим. Почему? Ну, потому что мы со Степаном... А что у вас со Степаном? А? Извините, многоуважаемый Степан, отчество не помню. Какие у вас могут быть дела в этот поздний вечер? Может, пойдете лучше детей спать уложить? Дин, простите. Дим. Молодой человек, вы что себе позволяете? Руки уберите. Я сейчас позову охрану. Ну, зачем так серьезно реагировать? Меня, пожалуйста. Я прошу. Пойдемте. Дим, пожалуйста, я прошу вас. Пойдемте. Можно я поговорю? А? Можно? А что, без охраны не можете? Дима. Дин, я вас прошу. Диночка, вы просто в эпицентре скандала, что, честно говоря, меня искренне удивляет. Послушайте, Дима. Давайте-ка идите домой, завтра поговорим. Дин, Дина! Вы кто вообще такой? Вы что здесь делаете? Проживаете здесь? Нет. Тогда до свидания. Что? Раз не Нет. проживаете здесь, все. До свидания. До свидания. Мне так зручно. Я ж на каблуках. Обережно, тут крупова. Ага, добре, добре. Так от, це буде найкраще весілля в світі. Наше їх втіло. Обережно. Наречена буде в білій сукні, а чоловік буде в білому костюмі. А чому в білому? А якому?
Наречений має бути в чорному. Добре, я буду в чорному костюмі. От. А потім ми поїдемо у медовий місяць. Куди? Та куди вона захоче. Ми візьмемо з собою фотоапарат і будемо робити знімки. Потім ми ці картки покладемо в фотоальбом і будемо дивитись, і любуватись, і показувати дітям, і згадувати, як нам було добре. Ось так. Обережно. Незручно тут. Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста. Дим, давайте. Я приняла душ, я хочу спать. Мне нужно вам объяснить кое-что. Слушайте, давайте завтра поговорим. Дин, я никуда не Дим, уйду. Дим, не кричите. Я никуда не уйду. Мне нужно вам кое-что объяснить. Что объяснить? Дим, да не кричи. Что, сложно спуститься? Слушайте. Нельзя ли потише? Извините. Меня разбудили, сейчас всех разбудите. Боже, взрослые люди. Возмутительно. Дим, я сейчас выйду. Я вас жду. Какая неприятная особа эта Лиля. И ведь не спит же. Неприятно. Вот совсем. Тата, ложись спать. Да ложусь. Но я не засну. Понимаешь? Значит, как и неприятно. Ну, успокойся, погаси свет. Я погашу, уже гашу. Хорошо тебе. Я вот не засну. Боже, какие события. Положили всех соседей, всех разбудили. Присядьте со мной. Смотрите, как тихо, тихо, хорошо. Вы меня приревновали. Ну, да что за фантазии? Ну, после того телефонного звонка. Я вас приревновала? Ну, конечно, приревновали. Я вас приревновала? Да? Почему я вас должна ревновать? Не, ну, не надо так нервничать. Если бы не приревновали, так не нервничали бы. Ну, было что-то. Ну, да, было, есть. Но в сущности это совершенно не важно. А вы думаете, мне это интересно? А мне это совершенно не интересно. Диночка, да я погибну без вас. Что? Ну, вот так жил человек, жил, и вдруг бах, вот так вот. Что делать? Дин, посмотрите. Да вы посмотрите, небо какое. Какие здесь яркие звезды. Да. Здесь вообще все как-то по-другому. Заметила? А ведь мы могли не сесть в один поезд. Но мы могли бы познакомиться в Москве. О, Москва – огромный город. Вероятность встречи ничтожно мала. Звезда упала. Видели? Видели? Успели загадать? Нет. Вы схитрите. В смысле? Ну, схитрите и ждите. Загадайте желание. Нет, хитрить нельзя, желание не сбудется. Дим, мне надо вам сказать, что… Что? Я хотела вас спросить, вы таблетку выпили еще раз? Нет. Почему? Видели, звезда упала еще одна? Нет, не видела.
здесь такие звезды большие. Как в мультиках. Неправдоподобные. Да, именно здесь. Здесь все вообще необыкновенное. Дим, не надо. Давайте я вас провожу. Вам пора. Правда, вам пора. Идемте. Ну что, танцор, как дела? Она меня поцеловала. Да ладно! Она такая красивая. Красивая. Такая добрая. Добрая. Веселая. Веселая. Такая светлая. Светлая. Такая она. Она такая чистая. 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 Да. Ну, вроде все. Как все? Да она графиня. Графиня, не знаю, баронесса. А? Да княгиня, царица. Царица. Кто? Кто-кто? Как кто? Ну, кто? Дина. Дина? Ну? Я тебе про Оксану говорю. Ну, я-то про Дину. А так я имел в виду Оксану. Ну, молодец. Оксана. Оксана!